Это не изобретение Украины. В Европе все атомные станции работают в маневренных режимах. Это у них тоже все обосновано, это у них требования европейской энергосистемы, и поэтому их атомные станции работают в режиме маневрирования. Поэтому, когда на Украине рассматривался вариант привлечения атомных станций к маневренным режимам, это было всего лишь один из вариантов, который был взят из европейского опыта. Мы заботимся о устойчивости энергосистемы Украины. Это первый, как бы, постулат, почему мы этим занимаемся. Всем понятно, что устойчивость энергосистемы – это, в общем-то, энергетическая безопасность страны.